На одной из АЗС Стерлитамака произошел пожар. Накануне в 21:20 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил сигнал о возгорании рекламного щита на автозаправочной станции в микрорайоне Михайловка. Прибывшее на место возгорания пожарное подразделение затушило огонь в течение нескольких минут. Табло, на котором отображалась стоимость топлива, сгорело полностью. По прибытию через 3 минуты пожарного подразделения ПЧ-40 был установлен, что горит рекламный щит возле заправки «Лукойл». Угроза распространения огня на заправку отсутствует. Предположительно, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования.